Давайте продолжим нашу работу. Мы сделали, в принципе, основную часть. Придумали механизм, нарезали все детали, настроили допуски для внутренних частей и сделали доводку трех видов деталей, которые внешние. Теперь осталось только нам связать ядро с центровой частью, которая будет крепиться винтом. Механизм, который отвечает за инструмент, точнее. Формирование вот этих вот скруглений. И можно тыкать в грани, которые не видны. Иногда можно попасть не в ту грань. Так. Первый этап. А вот здесь можно срезать побольше. Вот так. Вытянем центральную часть, потом мы ее обрежем. Для чего это надо? Сейчас поясню. Или не надо обрезать? Так. Прошу прощения. Я поясню, почему я хотел обрезать. Точнее, вытянутый обрезать. Если бы мы здесь имели в виду, строили бы крестовину, которая была бы из вытянутых цилиндров, тогда бы вот здесь имело смысл немножко вытянуть центральную часть, чтобы крестовина была не такой длинной. Но сейчас я хочу построить все на основе шара, поэтому эту штуку мы обрезать не будем. Она должна быть полукруглой. Вот так вот. Теперь сделаем полость построилась. Берем выпуклую часть. Все готово. Что я хочу? Нам здесь нужно построить
место для винта и пружины. Сделаем, чтобы эта головка была с пружиной. Я хочу в шаре сделать углубление под ножку круглую, и туда будет входить ножка с пружиной и с винтом. Так, какого радиуса нам сделать эту ножку? Давайте считать. Диаметр шляпки винта 6 мм, пружины тоже примерно 6. Соответственно, внутренняя часть должна примерно быть 7 мм. Учитывая, что стенки примерно по миллиметру, соответственно, диаметр этого окружности 9. Делаем вытянутую ножку и объединяем с этой штукой. Плоскость основания убираем. Получилось как-то не очень красиво. Так как мы, обратите внимание, здесь уже делали полость, то мы можем перемещать некоторые объекты валя. То бишь я, переместив полость под объект создания ножки, и теперь как будто я сначала, вот посмотрите, оболванил детальку, прицепил ножку и только после этого сделал полость, ну и отрезал выпуклый пятачок. Более того, здесь мы можем сделать скругление. Так, у нас диаметр вот этого ножки 9 миллиметров. Так как мы будем делать в сфере отверстия, сделаем здесь тоже маленький допуск. После этого разрешаем скругление, которое нам уже намечено, полость. И вот все, что нам нужно, мы имеем. Я переместил сейчас скругление для чего? Чтобы сделать чуть-чуть толще 3,7. Чтобы сделать внутреннюю часть чуть-чуть толще. Также я хочу поднять немножко вот эту высоту, но мне мешает внутренняя кромка скругления. Я сейчас сместил вот это внешнее скругление, чтобы оно нам не мешало. Вот теперь у нас основание более толстое.
Что мы делаем дальше? Внутренний диаметр у нас 7 мм. Винт сюда прекрасно войдет. С крестовиной. А. Нижнюю часть мы поднимем, тоже поднимем. Для чего? Чтобы донышко было помассивнее, на который будет давить винт и пружину. Донышко теперь 1,5 мм. Также мне нужно сделать отверстие для винта. Я вхожу в редактирование. Ножка винта примерно 3,2 мм. Или даже меньше. Да, 3,2 мм. Я обычно делаю отверстие 3,5 мм. Этого достаточно, чтобы винт спокойно вошел и крутился там, но при этом не болтался. Мы используем инструмент вытянутый вырез. Указываем ему наше тело. Также сделаем малюсенькое скругление, чтобы винт туда свободно получше проходил. Вот наша центральная часть. Также нужно сделать шляпку, чтобы верхняя крышечка открывалась и крепилась. Обычно я делаю шляпку, отрезая плоскостью, смещенной на 2 мм. Этого достаточно, чтобы срез шляпки не был виден, но и чтобы можно было легко ее поддеть ножом или отверткой. Что мы сделаем дальше? Чтобы шляпка имела крепление, нам нужно сделать здесь стенку без скоса. Для этого мы ее сейчас нарисуем. Используем прямоугольник. Который будет соприкасаться с краем нашего отверстия. Правда, он будет очень узенький. Так, это неправильно. Свяжем его с этими. Нужно как-то скруглить вот этот угол. Так, отлично. Теперь делаем вытянутую объект примерно на 4 мм в глубину. Включаем объединение результата, чтобы она объединилась у нас с этой крышкой. Вот мы построили вот такую вот стенку.
Теперь надо приделать это к верхней шапочке. Я включу видимость. Вот, это внутренний край. У нас должен быть тоже квадратная рамочка, которая будет входить туда. Свободно. Сейчас мы ее сделаем. Сделаем размер стенки 1 мм. И вытянем в обе стороны. Вниз мы опускаем ее, допустим, на 3,5, а наверх надо поднять на 1,5. Примерно так. Чтобы она стала одним целым с крышкой. Вот так вот. Чтобы она у нас входила достаточно плотно, нужно внизу сделать скругление. Также все-таки надо сделать небольшой допуск. Если на внутренних элементах механизма я делаю 0,1, тут я обычно делаю 0,05. Но это все зависит, конечно, от особенностей печати. Также сделаем скругление. И скругление на вот этом крае. Оба-на. Видите, маленький артефакт. Это наш вышедший наружу крышечка. Это прямоугольная. Чтобы их устранить, давайте сделаем здесь, допустим, 1,4. Все, наружу у нас больше ничего не выходит. Так, теперь мы вернем нижнюю часть. Посмотрим, как это все выглядит в сборе. Идеально. Крышечка должна достаточно плотно заходить и держаться. Также маленький-маленький нюансик. На внутреннем ребре тоже сделаем небольшое скругление. Все. У нас теперь сделано. Часть крепления, центральная часть детали, в которую входит винт. Теперь давайте уже будем обрабатывать наше ядро. Сначала нужно сделать выемку под цилиндр. Что мы сделаем для этого?
где-то рисовали плоскость. Вот она. Какого диаметра у нас была? Это окружность 8,8 миллиметров. Соответственно, на этой плоскости нам нужно сейчас нарисовать окружность диаметром 9 миллиметров. Сделать вытянутый вырез наружу. Который затрагивает только центральную часть. Вуаля. Чтобы. Нам сделать 5 таких отверстий. У нас есть для этого круговой массив. Обратите внимание, когда мы копировали твердые тела, допустим, вот, мы выбираем тело. Если же мы хотим скопировать отверстие, то нам нужно выбрать функцию. Мы получили 5 симпатичных отверстий. Я предлагаю сделать небольшое смещение грани внутрь. И скругление. Что будем делать дальше? Давайте сейчас все вот эти листья внесем в отдельную папочку, назовем ее крепление. И у нас остается последний этап под названием крестовина или ядро. Сначала давайте сделаем скругление. Так. Вот еще ребро. Внешнюю часть мы сделали. Давайте делать внутреннюю.
Сделали. И теперь опять вот элемент. Так, теперь можно делать полость. Здесь я предпочитаю сделать толщину стенки 1, так как это у нас все-таки ядро, чтобы оно было немножко помассивнее. Также не 0,7, а 1. Вот мы и столкнулись с нашей некой странной проблемой, когда он не хочет делать полости. А вот 0,9 почему-то сделал. Ладно, пусть будет 0,9. Попробуем уменьшить размер окружности. Капризы. Попробуем сначала. Давайте окружность 1,1. Попробуем задать полость 1. Чудеса. Берем выпуклость. И надо бы закрыть эту дырку. Не люблю дырки. Делаем вытянутую бобышку. Высоту 1, ну, внутрь. И соединиться с телом. Как-то немножко странно. Не соединимся. Тогда используем комбинирование тел. Ну, что за фигня? Посмотрите, в чем наша проблема. У него возникло самопересечение граней после вот этого самого скругления. Почему бабушка не захотела?
Вот получили некую блючную деталь. Давайте попробуем уменьшить размер оболочки. Вот понимаете, что нету самопересечения. Это дало хороший результат. Отлично. Сейчас попробую подобрать. 85, может быть. Вот и отлично. И бабушка теперь нормально сливается. Все, она не видна. Так. Идем дальше. У нас получилась некая кубышечка, куда входит центр, винт, пружина, и закрывается крышечкой. Теперь нам здесь нужно сделать отверстие, а также вытянуть и сделать более массивные вот эти вот внутренние части цилиндров. Я немножко поспешил, задав вот это внешнее скругление, потому что оно отразилось вот этой вот гранью, которая мне сейчас совсем не нужна. Я попробую ее удалить. Теперь отверстия стали это глюк программы. Покажу, что это значит. А нет. Все прекрасно. Иногда он в таком случае заполняет всю внутреннюю поверхность. Как будто нет полости. Да, давайте сделаем вот так вот. Все. Основания для винтов мы сделали более массивными. Что мы сделаем еще? Нам нужно сделать несколько отверстий и сделать место, куда винты будут ввинчиваться. Давайте. Диаметр под отверстие мы делаем обычно 2,6. Я использую винты М3. Это стандартный диаметр его резьбы. Делаем вытянутый вырез. И делаем круговой массив. Это просто.
Также сделаем теперь толщение. Раз, два. Это утолщение я делаю обычно 7-8 миллиметров диаметра. Длина, я думаю, 5 более чем достаточно. И мы его точно так же скопируем внутри тела. Также нужно сделать маленькую фаску. Под винт. Чтобы он входил без каких-либо проблем. Поясню, почему я не делаю до центра вот эти вот цилиндры. Потому что это создает лишний объем. И конструкция становится намного тяжелее и дороже. А тут мы, так сказать, к слову, экономим. Что нам надо сделать еще? Скругление. Нет, не здесь. Все. Внешне все красиво. Почти. Осталось сделать, скажем так, для больших деталей можно сделать большие полости, которые будут высыпаться из них порошок. То есть я делаю плоскость, на которой нарисую, собственно, отверстие. Можно, наверное, опустить его чуть пониже. Точно так же скопируем его. И отразим зеркально. Также сделаем маленькое скругление, чтобы оно никак ни за что там у нас не цеплялось. Что мы имеем? Мы сделали все детали, всю настройку, всю доводку. Спрячем все в папочку, ядро. Собственно, данную конструкцию уже можно печатать. И собирать. Единственный нюансик.
перед подготовкой деталей надо понимать, что вот эта деталь, она должна быть еще зеркально отражена вниз. Собственно, все. Следующим шагом мы что мы будем делать? Мы сделаем... Я покажу, как сохранить все в формате STL для подготовки к печати и как сделать набор наклеек. Это все будет достаточно просто. Но основная часть работы у нас уже сделана. Всем спасибо.